В преддверии 375-летия основания пожарной охраны в России спасатели в селе Терновка провели настоящее практическое занятие для детей. Ученики 59-й школы опробовали на себе профессию огнеборца. Управляли с огнетушителями, специальным шлангом. Сотрудники МЧС уверены, что такие занятия детям особенно пригодятся сейчас, во время действия пожароопасного периода. Рассказываем их элементарные правила пожарной безопасности, даем попробовать себя в роли пожарного, чтобы не теоретически, а практически они подержали пожарные рукава, пожарные стволы, одевали боевую одежду. Спасатели продемонстрировали ребятам спецоборудование и предложили примерить экипировку. После им наглядно продемонстрировали, как тушат пламя в реальных условиях. Для имитации пожара в автомобиле использовали дымовую шашку. Очаг возгорания потушили пеной. Открытый урок посетили порядка 70 детей. Все они остались в восторге. Я узнала то, что надо быть добрее, помогать и узнавать свою работу. Это очень увлекательная, так сказать, профессия. И прикольная, мне нравится. Некоторые ребята даже изъявили желание в будущем связать свою жизнь со службой спасения. Костюмы понравились. Это очень увлекательно. Он тяжелый, очень жаркий. Но я думаю, это очень тяжело другим пожарным. Открытые уроки для школьников пожарной части села Терновка спасатели проводят регулярно и стараются их сделать как можно более увлекательными для детей. Открытые уроки по безопасности жизнедеятельности совместно с учителями мы проводим, пытаемся здесь, чтобы детям наглядно все показать и объяснить. Когда он сидит на уроке, слушает, это одно. Оно не всегда доходит. А когда он это еще и в руки берет и может пощупать, это совсем другое, оно больше, более доходчиво. Жанна Тарасова, Юрий Реутин, Севинформбюро.